Вас уже больше 3000. Пройден некий новый рубеж для моего скромного канала. Ну как вас? Я знаю, что большая часть зрителей смотрит меня без подписки. Так что рекомендую подписаться, как говорится, вам не сложно, а мне приятно. За последние месяцы на канале появилось много новых зрителей. Поэтому я, помимо того, чтобы просто поделиться этой радостной для меня цифрой с вами, считаю не лишним рассказать немного о своем канале и о себе. Кому интересно кое-что узнать лично обо мне, рекомендую досмотреть ролик до конца. Да, и ссылки на все упомянутые и актуальные по сей день видео я оставлю в описании. Вряд ли каждый из вас сидел и листал ленту моих видео на канале до самого конца, так что начну сначала. Я всерьез начал вести свой канал в скором времени после анонса WoW Classic на BlizzConе. Хотя первое видео я выпустил еще во времена Дренора. Получается, что каналу в этом году можно сказать уже 8 лет. Но не все 8 лет я регулярно выпускал видео. Было много, так сказать, творческих пауз. Я играю в WoW с самых его первых патчей, примерно с 2005 года. Уже тогда я полюбил мувики по WoW, особенно PvP-нарезки таких авторов, как Вертни, Свифти и других великих игроков. Именно поэтому мои первые видео были как раз про PvP. Одним из самых первых роликов, более-менее успешных, было PvP-видео по Лич Кингу, Elemental Shaman PvP. Тот мувик тогда неплохо залетел, но я его случайно удалил. А потом даже его перезалив, все равно набрал какие-то просмотры. Говоря о ваниле, то я первым делом взялся монтировать подборки старых PvP-роликов, сделал целую серию PvP-легенд ванилы. А так в целом я всегда мечтал делать именно свои видео. И эта мечта, можно сказать, сбылась. И возвращаясь к истокам. Мой путь в WoW на самом деле начался с пиратского сервера нашей локальной сети. Это был первый сервак WoW, на котором я играл. Админ того сервера, кстати, умер несколько лет назад. Это очень грустно, ведь он был мой ровесник. Покойся с миром. Ну а потом я ушел играть на WoW. Есть подробное видео про мой первый раз. Также у меня есть видео с обзором моих персонажей за Альянс и за Орду. Многим из них уже почти 20 лет. В классику 2019 года я ворвался прямо со старта. Народу было столько, что за первые 3 часа игры я смог взять только 6 левел. Из интересного, первый месяц я мог играть в основном по ночам, так что компанию мне составить особо было некому. Так что я попробовал поиграть как мультибоксер. И мне настолько понравилось это, что я откачал 2 60-х одновременно, играя на 2 аккаунтах, за воина и паладина. Состоял в гильдии Омни, такого стримера как Атрикс. Мы хорошо в ней рейдили, и это сильно мне помогало переживать ковидные заточения. В оригинальной ваниле я не был дальше АКУ-40, так что в этот раз я хотел закрыть все. Так оно и вышло. Мы убили Келтузада, да и не раз. Я полутал лучшее в игре двуручное оружие, мощь Минитила. Был классный опыт, которым я посвятил массу видео на канале. Но, пожалуй, самой важной своей работы я считаю перевод и разбор видеоинтервью разработчиков ванильного WoW. У меня их на канале несколько. Мне было безумно интересно их послушать. Я узнал массу новой информации, хотя и пришлось для этого отсмотреть многие часы англоязычного контента. Если вам интересно узнать, как создавался оригинальный ванильный WoW, как придумывались классы, подземелья, историю создания легендарной серии мувиков World of Roguecraft, обо всем этом и о многом другом вы узнаете из моих видеоразборов этих ванильных подкастов. Пожалуй, это самое уникальное и тем более ценное из всего того, что я когда-либо делал по вселенной мира Варкрафта. А возможно, вам интересно PvP в Лич Кинг, тогда вас наверняка заинтересует моя серия видео Soul Drainer, посвященная PvP 1 на 1 на арене за моего Афли Лока. На одном, скажем так, фан-сервере. Хоть я и играл в ритейл, в том числе закрывал мифик ключи, но все же ванильный WoW — это моя любимая игра. И поэтому я с огромной радостью недавно переключился с Лич Кинга на Season of Discovery. Лич Кинг Classic меня надолго не удержал. В целом вроде бы все неплохо, но по ощущениям это уже совсем не тот Лич Кинг и уже не моя игра. Хотя когда-то именно Лич Кинг привлек в игру многих моих друзей. Мы все состояли в одной гильдии за Орду на Страже Смерти.
Гильдия называлась «Темное копье». Сайт у них, по-моему, был Dark Spear, что-то там. Как сейчас помню, мы сидели часами в скайпе, болтали, качали профы, ходили в Ульдуар. Золотое было время. Но оно осталось уже где-то в другой беззаботной жизни. Ну и, как и обещал, немного личного обо мне. Вот уже больше года, как я переехал жить с семьей в Стокгольм, столицу Швеции. Я работаю продуктовым аналитиком в игровой компании, ну то есть я буквально участвую в создании видеоигр. Занимаюсь этим уже несколько лет, поработал в, не побоюсь этого слова, ведущих игровых компаниях, как в СНГ, так и в мире. Поэтому игры меня интересуют не только как хобби. Это вообще-то моя работа. Про мой переезд, кстати, есть отдельное видео. Еще из личного могу сказать, что я уже давно женат, и у меня есть уже не очень-то маленькие дети. Так что да, мне уже за 30, но пока не 40, если для кого-то это вдруг стало сюрпризом. Что до YouTube канала. В настоящий момент у меня есть желание и пока что возможность продолжать делать видео по WoW, да и не только. Я никогда себя не принуждал к этому, ну то есть, если видео выходили, значит мне этого правда хотелось. Поэтому сейчас контент в основном только по SOD, ведь только в него я и играю. Dragonflight я даже и не покупал. В общем, добро пожаловать и будем знакомы. Можете написать в комментариях все, что захотите. Постоянные зрители знают, что я регулярно всем отвечаю. Ну и по поводу донатов, я не думал открывать счет для сбора донатов, но... Правда, меня неоднократно просили это сделать. Нет, не то чтобы какие-то многие сотни там людей, но некоторым зрителям это было важно, и я знаю, как это бывает приятно поддержать автора, чей контент тебе интересен. Я сам не раз донатил контент-мейкерам. Но сразу скажу, нет, я не завишу от донатов, у меня есть full-time работа, мне достаточно хорошо платят, я не бедствую. Однако, разумеется, любая поддержка мотивирует тебя как-то творить дальше, тем более, что с просмотров на YouTube уже третий год, как нет никаких, можно сказать, доходов. По крайней мере, в русскоязычном сегменте YouTube. А всем спасибо и до связи.